Добрый день, дорогие зрители нашего канала. Сегодня у нас 31 мая, мы находимся в поселке недалеко от Тимирлановки, на поле с кукурузой. И здесь у нас растут несколько гибридов, конкретно вот на этом участке высеян гибрид от компании Клосс, называется Мегатон. То есть это очень популярный гибрид, но, конечно, в последнее время его драйвер немного потесняет, но все-таки очень много сейчас фермеров, которые все еще выращивают этот, сеют гибрид. Он один из самых крупных початков дает, этот гибрид, самый длинный, наверное, початок из всех гибридов компании Клосс. Но, конечно же, срок созревания у него не ранний, где-то 80-85 дней срок созревания будет. На сегодняшний момент прошло около 25 дней с момента посева семян. Растения выглядят вот так вот. То есть сейчас активно развиваются. Полив здесь капельный. Идет мульчирующая пленка. Ну, постараемся проследить, да, как будут развиваться эти растения. И ближе к сбору урожая, ближе к созреванию этого гибрида, постараемся приехать и еще видео записать и показать вам. На этом все. Спасибо за внимание.